Произведение. В этом будет заключаться первая часть. Итак, с удовольствием внимаем поэтическому творчеству наших капитанов. Ну кто? Михаил Галустян. Александр Сергеевич Пушкин в свое время написал письмо своим потомкам. И вот сегодня один из его потомков написал ему ответ. Итак, письмо Пушкину от Галустяна. «Я вас читал, чего же более, что я еще мог прочитать? Ни Бродский, ни Гомер, ни Красов, как вы, не смогут написать. Читал на медне Гёте, примитив, скабрезной кровью ипостась ресталищ, двояко выпуклых стенаний цитадель, апофеозом дней архангел свой зов утратил, плотью истребим, не то что ваше, у лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. В лучах вашей славы я не греюсь, я лишь осовременить вас осмелюсь. К примеру, так. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, наняв вчера бригаду молдаван. Я вас читал и думал осторожно. Быть может, я потомок ваш. А что, возможно? Ведь мы с тобою, в принципе, похожи. Такие же нерусские у нас с тобою лица. Такой же язык великий и могучий. А может быть, мою прабабку случай свел с вами ночью на Кавказе в Сочи? Признайтесь честно, вы творили в Сочи? Постскриптум. А судьи кто? Сергеич, посмотри. Сидят. Следят за творческим процессом. Я Пушкин нынче. И надеюсь, что в жюри сегодня нет ни одного Дантеса. Спасибо. Давненько не было на сцене капитана. Что ж, мы начнем, чтобы рассмешить здесь всех вокруг. Фанат меломанов. Фанатов-меломанов. О, как прекрасно здесь стоять на этой сцене. Играем капитанские, даю я слово Сене. Но за меня продолжит лучше Михаил. Поскольку он прекрасно выступил. Значит, он сегодня победил? Давайте подождем, не он один. Еще Москва есть, все-таки столица. И Пятигорск кому-то пригодится. Давайте, продолжайте, ребятня. Я так понимаю, что Руден уже пора. А Минск немного постоит. Москва вам в этом разрешит. Поговорим о вечных темах. Опять ты о своих проблемах? Еще кружочек. О чем вы говорите в этих стенах?
Мы о КВНах, о КВНах. Давайте все же о Москве. Давайте все же о Москве. Погиб поэт, невольник Челси. Что ж, я все понимаю, дело чести. Да, дело чести, мы на месте. А кто-то сейчас владеет Челси. А кто-то сейчас читает стих. Югор Мазен Кэрол Свих. Спасибо, капитаны!